В многофункциональном центре Тувы будут оказываться консультации врачей по таким направлениям, как запись на прием через портал госуслуг, профилактика инфекционных заболеваний и здорового образа жизни, сдача донорской крови, консультации против новообразований и другие. Также врачи будут проверять у населения артериальное давление и вес, проводить анкетирование по раннему выявлению рака. Консультации врачей организованы в рамках создания флагманского центра Министерством информатизации и связи Тувы. Работа такого центра позволит расширить перечень услуг, в том числе не относящихся к государственным и муниципальным. В Министерстве здравоохранения считают, что участие медицинских работников в этом проекте позволит увеличить охват населения по практическому информированию и действенной профилактике заболеваемости среди жителей республики. Консультации врачей будут проводиться 2 раза в неделю. Ближайшие консультации пройдут 13, 15, 20 и 22 февраля с 9 до 11 часов утра.